1 мільйон за 1 місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Продолжаем разговор. Иван Яковина, Радио НВ. В первой части я рассказывал о ситуации на Донецком направлении, где приостановлено наступление российской армии, и дела у нее складываются настолько плохо, что даже из тюрьмы вытаскивают Стрелкова Гиркина для того, чтобы отправить его на фронт, чтобы он спас ситуацию для Владимира Путина. Там заканчиваются ресурсы у российской армии, не может она наступать далее в привычном для себя ритме. Кстати, это создает определенные условия, мне кажется, для украинского возможного контрнаступления, но я не знаю, это уж, конечно, украинскому командованию само будет решать. Дальше, что касается денежных ресурсов в России, ситуация становится... Буквально, знаете, каждый день приходят новости, которые свидетельствуют о стремительной деградации российской экономической... Вообще просто российской экономики как института. Смотрите, например, биржевая цена бензина в России подскочила до годового максимума после остановки московского нефтеперерабатывающего завода. И дальше читаем новость сам. Российский рынок бензина снова столкнулся с заметным ростом цен после налета украинских беспилотников на московский НПЗ компании «Газпромнефть», а также после аварии на омском НПЗ, которая там тоже непонятно, что случилось, был сильнейший пожар, и 40% производительности омского нефтеперерабатывающего завода, который является самым большим в России, но остановлен. Так вот, в среду у нас в Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина регуляр достигла 61 тысячи рублей. Это максимум с сентября прошлого года. То есть цены растут очень-очень быстро. Агентство Рейтер сообщает, что после отгрузки оптовых партий прекратил... московский НПЗ прекратил отгрузку оптовых партий бензина. А это проблема, почему? Потому что Москва, город Москва и Московская область, в этом регионе каждый третий литр бензина производился на московском же НПЗ. Из-за того, что этот НПЗ остановился, возникл серьезнейший дефицит. То есть треть рынка ничем не обеспечен. Но самая еще большая проблема, то есть еще не меньшая проблема, то что этот московский НПЗ обеспечивал авиационным керосином столичные аэропорты. И таким образом самолеты остались без топлива. Что там случилось? Если помните, 1 сентября завод был вынужден остановить работу из-за комбинированной установки переработки нефти Европлюс. Половина практически мощности московского НПЗ приходилась на эту установку. И в нее, собственно, судя по всему, попал украинский дрон. Установка взорвалась, сгорела, и теперь ее надо ремонтировать. Они говорят, отремонтируем за типа неделю. Но что-то мне в это слабо верится, потому что нет комплектующих, нет запчастей. И плюс пожар там был очень-очень серьезный. В результате отгрузки оптовых партий бензина из Москвы сдвинулись на 2 недели. А мелкий опыт вообще прекратили продавать. То есть возник огромный дефицит бензина, из-за этого дефицита бензина начался рост цен. То же самое случилось, кстати, вот об этом меньше известно, новостей не было и видео не было, но оказывается была атака дрона на завод Славнефти под Ярославлем, и в результате тоже там остановилось, половина производства не работает на этом заводе. Там огромный завод под Ярославлем, видимо, тоже там какая-то серьезная проблема. И знаете, все это к чему ведет? То, что бензин там подорожал на несколько рублей, это казалось бы ерунда. Но понимаете, в масштабах страны, когда весь бензин во всей стране дорожает на несколько рублей, это означает, что дорожают все продукты, которые перевозятся с помощью автомобильного транспорта. А это, по сути дела, вообще все. То есть дорожает сельхозпродукция из-за того, что чтобы собрать там какой-то, не знаю, урожай, необходимо тоже топливо, необходимо заливать это топливо в грузовики, в трактора, в комбайны и так далее. То есть мы видим, что растут цены в самом ключевом, фундаментальном сегменте российского рынка, а именно в продуктах нефтепереработки. Это одно из немногих вещей, которые Россия делает сама, которые без помощи Запада способна производить, и именно там сейчас начался резкий рост цен. И это обязательно, конечно, приведет к росту инфляции. Но еще плюс тут важно заметить то, что все видели, наверное, как горели неделями многочисленные российские нефтебазы по всей стране. И я думаю, такие удары будут продолжаться и продолжаться. Там на одной из нефтебаз горело топливо на 500 000 000 долларов, представляете, в Ростовской области.
То есть происходит массовое убиение самого прибыльного, самого технологичного российского сектора экономики, а именно нефтепереработки. И без нее, без этой нефтепереработки России будет очень, очень тяжело. Но это еще не все. Сейчас удары, судя по всему, наносятся и по инфраструктуре Курской атомной электростанции. Из-за этого эту электростанцию могут остановить из-за продолжающихся боев с украинской армией. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Он говорит, рассматривается такой вариант, я просто цитирую по РИА Новости, мы его уже анализировали, и он добавил, что на данный момент решение об остановке станции не принято, поскольку, цитата, Курская АЭС имеет очень большое значение, она играет важнейшую роль в энергоснабжении всего региона, и это крайне важно сейчас. Из четырех блоков пока один работает, мы считаем, что принятых мер безопасности на данный момент достаточно. Курская атомная электростанция, она снабжает электричеством несколько металлургических заводов, на которых производится сталь, вообще железо для производства оружия. То есть, если эти заводы встанут, в России возникнут серьезные проблемы с металлом для производства вооружений. И, конечно, российское правительство очень хочет не допустить этого. Ну, либо придется, знаете, им там отключать от электричества огромный регион. Не только Курскую область, но и несколько соседних областей. Я имею в виду отключать обычных, получать электричество обычных местных жителей. То есть наступление украинской армии, как видим, оно дает очень серьезный эффект. Не только военный, но и экономический. Я имею в виду в Курской области наступление. То есть экономический эффект от этого наступления может стать действительно очень серьезным. Может здорово повлиять на обеспечение российской армии вооружениями. То есть, если все-таки Украина сумеет подойти на необходимое расстояние к Курской атомной электростанции, чтобы ее обстреливать, не саму электростанцию, а вокруг нее подстанции обстреливать, то в этом случае, конечно, Россия может оказаться без электричества в центральной России. И тогда, ну я не знаю, это будут колоссальные убытки, на многие миллиарды долларов будут от остановки Курской атомной электростанции. Причем не только от продажи собственно электричества, а из-за того, что не будут работать в полную силу другие заводы и предприятия. То есть мы видим, что внутри России те немногие продукты, в данном случае энергия или там бензин, которые Россия способна производить сама вследствие украинской действий украинской армии, сокращается производство и растут цены на это все. Но это еще не все. На международной арене очень активно продолжают поддерживать Украину американцы со своими санкциями. Министерство финансов США работает. Я думаю, у них там этот отдел, который занимается санкциями, работает напряженнее всех других отделов вместе взятых. Почему? Потому что вот сегодня новость пришла. Я говорю, вот такие новости, что интересно. Это же не новость там один раз в неделю. Это каждый день такие новости приходят про российскую экономику. Сегодня. Турецкие банки стали активно выявлять компании, которые занимаются поставками товаров в Россию и закрывать счета этим компаниям. Об этом заявил не кто-нибудь, а российский посол в Турции Алексей Ерхов. Он говорит, что сейчас проблемы в взаиморасчетах между двумя странами сохраняются. В турецких банках участились случаи выдавливания компаний, занимающихся транзитом товаров в России. Такие клиенты выявляются, и им блокируются переводы, а то и вовсе закрываются счета. То есть под нажимом американцев Турция не просто как бы говорит россиянам, что мы с вами торговать не будем. Нет, она активно ищет тех, кто занимается, видимо, не очень белой торговлей с Россией. То есть, по сути дела, американцы сумели сделать так, что турки выполняют грязную работу, что называется, то есть по поиску и блокировке российских клиентов или клиентов, так или иначе, связанных с Россией. То есть турецкие банки сами делают все возможное, и я уверен, что делают даже больше, чем невозможно, для того, чтобы никакой торговли с Российской Федерацией не было. Опять же, Турция, учитывая, важно тут то, что Турция является одним из крупнейших, являлась одним из крупнейших каналов поставки разного рода импорта в Россию. Без импорта цены на те или иные товары начнут расти. Почему? Потому что будет нехватка товаров на рынке, и, соответственно, опять же, инфляция. Инфляция. С юанями, с Китаем вообще ситуация поразительная. Валютный рынок на торгах в среду пережил обвальное падение курса рубля на фоне нарастающей нехватки китайских юаней, де-факто последней валюты, доступной для биржевых торгов. То есть в России же запретили торговать евро, доллары и вообще любую свободно конвертируемую валюту запретили продавать и покупать на бирже. Я имею в виду иностранцев своими санкциями. Китайцы пока этого не запрещают.
Но китайцы делают все, как бы, все в своих, в их силах, чтобы поменьше юаней отправлялось в Россию. Почему? Потому что китайские банки понимают, что тот, кто будет очень уж помогать России, насыщать российскую экономику, российский рынок юанями, сам попадет под американские санкции. Поэтому китайцы всячески увиливают от необходимости как-нибудь, что-нибудь отправлять в Российскую Федерацию, вообще хоть как-то с ней связываться. Соответственно, на российском рынке появляется гигантский дефицит юаней, потому что Россия почти все сейчас... Ну, очень много чего, наверное, процентов 60 импорта российского идет из Китая, поэтому им очень нужны юани. А из-за того, что китайцы им эти юани не дают или отказываются хоть как-то отправлять в Россию, то возникает дефицит юаней. Курс юаня на московской бирже подскочил на 7,5%, достиг 13 рублей за юань. Это максимальная отметка с апреля текущего года. Падение рубля к китайской валюте стало рекордным по масштабам с 6 июля 2022 года. То есть мы видим, что юань, который, вообще-то говоря, ну, валюта с почти не меняющимся курсом, и он лихорадит на российском рынке. Почему? Потому что возникает острая нехватка юаней, связанная с всякими санкциями, которые американцы начинают применять к Китаю. Таким образом, на российском рынке сохраняется устойчивый дефицит юаней. Об этом говорит один из главных аналитиков ПС-банка Денис Попов. Стоимость репо в китайской валюте, даже не знаю, что такое репо, но звучит страшно, но в китайской валюте на межбанке в среду взлетела до умопомрачительных 400% годовых, столько кредитные организации готовы были заплатить, чтобы занять юани друг у друга на один день. Если у вас хоть что-то стоит, вы что-то делаете под 400% годовых, то совершенно к бабке не ходи, не надо быть большим экономистом, чтобы понять, что у вас какая-то супер нездоровая ерунда происходит вот в этой сфере. А юань осталась единственной валютой, доступной для российских импортеров. Поэтому они, конечно, уже просто вешаются там. Ну, вот просто им закрывают американцы уже последние ходы, потому что, вот видите, на один день занять юань стоит 400% годовых. Рынок юаневой ликвидности в России, цитата, просто разорвало. Причем день это дня ситуация становится все хуже и хуже. Об этом говорит управляющий директор ПСБ Private Banking. Так, и дальше, это новость среды была, вот уже новость пятничная сегодняшняя. У российских сырьевых компаний начались кассовые разрывы из-за отказа Китая проводить платежи. То есть российские сырьевые компании столкнулись с кассовыми разрывами и невозможностью погасить взятые в банках кредиты из-за нарастающей проблемы платежей с Китаем. Об этом сообщает агентство Reuters, опять же, со ссылкой на источник в крупном российском банки. Из-за этого падает валютный рынок в среду, курс юаня подскакивает. И, в общем, что происходит? Если как бы для российского импорта-экспорта, а поскольку в России ничего не производится, то импорт и экспорт это супер важно. Так вот, изъяли кровь, доллары. Вместо крови пустили евро, такой заменитель крови. Евро тоже изъяли, и сейчас туда запустили юани. Я уж не знаю, юани могут ли быть заменителем доллара в полном смысле этого слова. Ну что-то вот такое, там, какая-то жизнь еще теплилась. И сейчас под воздействием американцев китайцы убирают оттуда юани тоже. То есть России буквально нечем торговать с внешним миром. Я слышал даже такую историю, что знаете, что делают? Они берут золото, вот просто из золотовалютных запасов России, берут просто слитки золота, везут их в Сингапур. В Сингапуре продают это доллары за юани. И потом этими юанями расплачиваются за импорт из Китая. Почему только так? Да потому что эти юани формально должны быть никак не связанными с Российской Федерацией. Тогда их можно принимать китайским банком. Естественно, на каждом участке этой цепочки российскому импортеру приходится платить комиссионные. Поэтому импорт в Россию получается, там, не знаю, какая-нибудь зубная щетка, она стоит как телевизор, понимаете, что в результате происходит. Это все очень сильно раскручивает инфляцию. Российская инфляция выходит уже просто за все разумные рамки. Я думаю, она уже выше 20%, но про нее еще поговорим. Кстати, знаете, кто еще оказался в такой ситуации, очень похожей ситуации? Страна дивная под названием Мьянма. Там незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину произошел военный переворот, и Мьянма, она стала такой, там военные пришли к власти, они там прокитайские. И там началась гражданская война, военные начали убивать всех, кто против них. А против них там, в общем, почти вся страна. Поэтому там
началась эта война, и военные думали, что они быстро победят. Почему? Потому что они были всегда отдельной высшей кастой в Мьянме. То есть они считали себя такими хозяевами жизни. А сейчас, знаете, бить их стали. Проигрывать они стали эту войну. И вот теперь военная Мьянма предложила России, внимание, вот уровень, да, то есть раньше Россия торговала там титаном с Америкой, торговала там какими-то машинами с Европы, а сейчас Мьянма предложила России менять рис и пальмовое масло на нефть и газ из-за санкций. То есть санкции наложены на Мьянму, она не может платить, а ее кьяты, местная валюта, никому нафиг не нужны. И Россия оказалась в ситуации Мьянмы. То есть она хотела что-нибудь купить, но ее рубли никому не нужны. Таким образом, они предлагают вот как реально бусы на какие-то там стекляшки менять. Вот эти, мы вам бусы, а вы нам стекляшки, там какие-нибудь бубенчики. А вот так теперь выглядит российская внешняя торговля. И это только начало, потому что дальше же будет хуже и хуже. Потому что эти, я не знаю, как они собираются менять то одно на другое, но ее же довести еще как-то надо, там еще целая куча проблем. Ну и на этом фоне. Смотрите, что происходит. Это вообще чудесная новость, которая свидетельствует о том, что, скорее всего, скоро в России реально посыпется все нафиг. Справедливая Россия, есть там такая партия, внесла на рассмотрение в Госдуму России законопроект о регулировании цен на основные продукты питания. То есть в России собираются ввести твердые цены на еду. И почти все россияне, на хлеб, на масло, на сахар, что-нибудь такое. Что это означает? Не надо, опять же, быть великим экономистом, чтобы понять, что это будет означать исчезновение этих продуктов из магазинов и с появлением спекуляций, черного рынка и т.д. и все остальное. Мы это все прекрасно знаем, мы это проходили в Советском Союзе. Почему такие законопроекты появляются? Да потому что цены на основные, самые базовые продукты питания в России сейчас начали расти просто с какой-то умопомрачительной скоростью. Пенсионеры уже многие просто тупо голодают. Реально нет денег на еду. Из-за этого вот, собственно, и возникают такие предложения. Я не знаю, будут ли вводить эти твердые цены на еду. Я не исключаю, что введут. Почему? Потому что подобного рода предложения, они сами по себе не появляются. Они должны быть одобрены Кремлем. То есть Кремль, возможно, закидывает удочку, чтобы посмотреть, как общество отреагирует на такого рода предложения. Но, в принципе, если у вас в стране предлагают ввести фиксированные цены на что-нибудь, неважно на что, то это что-нибудь совершенно точно скоро исчезнет. Почему? Да потому что... Инфляция. Инфляция, как я понимаю, кстати, в сентябре, по-моему, вот сейчас уже, да, где-то на днях буквально, или там через неделю-полторы собирается правление Центрального банка России, по-моему, 20 числа они собираются и будут решать вопрос о новом повышении учетной ставки Центробанка. То есть она сейчас 18% была месяц назад, 16%, и собираются ее довести до 20%. Когда у вас такая ставка, учетная ставка, то это означает, что ваша инфляция, ну, примерно такая же. Она не может быть ниже инфляции, эта ставка. Это означает, что очень скоро в России, то есть двузначная инфляция уже точно есть, уже она, видимо, вышла на 20+%. И когда у вас такая инфляция, если инфляция больше 20%, то это означает прекращение каких бы то ни было инвестиций в экономике, кроме государственных, прекращение импорта, потому что нафига никто не побежит тратить доллары для того, чтобы заработать рубли, которые через неделю обесценятся в 10 раз. Это переход на абсолютно дикие отношения в экономике, то есть на бартер, типа ты мне там, не знаю, стакан воды, я тебе кусок хлеба, вот такого плана. И так далее. А следующий шаг — это введение, потому что все исчезнет сразу же, все товары припрятывать, никто их не будет продавать, потому что цены будут слишком низкие, установлены государством. Дальше будут карточки на еду, будут талоны на еду, будет переселение людей из городов в села, потому что там будет еда, а в городах еды будет мало, и так далее. Опять будут распахивать свои поросшие травкой лужайки под картошку и так далее, и так далее. То есть, видимо, все идет в сторону деградации российской экономики, причем деградация очень мощная. Сейчас пока там все нормально, там, как бы, знаете, в ресторанах люди сидят, кайфуют и все такое прочее, но долго это не продлится, это вот уже на грани. Путин сказал, что давайте рожайте по 10 детей. Ну, опять же, это все в этой парадигме примитивизации и деградации. Уезжайте в села, рожайте там по 10 детей и ешьте репу. И все, на этом, как говорится, все ваше счастье будет закончено. Кстати, у самого Путина, как выяснилось, тут есть новые дети. Мальчики Иван и Владимир.
как кто-то пошутил, странно, что их обои, что они оба не Владимир Владимирович, а только один из них Владимир Владимирович. Мальчики эти живут в изоляции на Валдае, там есть у Путина своя резиденция большая. Вероятнее всего, он хочет их сделать начальниками, как в свое время попытался это сделать Александр Лукашенко со своим сыном Колей. Но для этого, ну, для чего начальниками сделать? Для того, чтобы им потом, когда Путин уйдет в другой мир, чтобы никто этим Ивану и Владимиру ничего не сделал. Да? То есть им нужна какая-то безопасность. Потому что вы понимаете, что если Путина завтра скинут, то судьба этих мальчиков может сложиться очень невесело. Но Путину для того, чтобы обеспечить полную безопасность и поставить своих детей на ноги, нужно очень долго жить. Я думаю, 20, а то и 30 лет. И вот, знаете, один из чиновников в окружении Путина, Ковальчук есть там такой у него, советник его, соратник, поручил российским, он ученый сам, начальник Курчатовского центра ядерной физики, так вот он поручил российским ученым срочно разработать средства против старения. Вот диктаторы, знаете, всегда, когда они уже находятся там на какой-то последней степени, они всегда ищут эликсир жизни, эликсир бессмертия. Путину тут, видите, для обеспечения его, так сказать, миссии, в кое он видит, я думаю, поставить на ноги своих этих двух малолетних детей. Кстати, о детях написало агентство, как же оно называется, Досье, по-моему, да, Досье. Они сделали расследование, правда, почему-то не опубликовали фотографии детей, видимо, решили, что это было бы уж слишком. Ну, а пока, знаете, произошла офигенная абсолютная история. Мария Захарова, министр иностранных дел Сергей Лавров объявили, что не возражают против создания Зангезурского коридора. Это что такое? Это дорога между Нахичеванью и фактически Турцией и Азербайджаном по армянской территории. То есть хотят Турция и Азербайджан отгрызть кусочек территории Армении, чтобы сделать, проложить там дорогу и, в общем, соединить, чтобы был Азербайджан, вот эта дорога, Нахичевань и дальше Турция, чтобы сделать это непрерывное единое пространство, такое тюркское. Иран выскочил, и Россия сказала, после визита Путина в Азербайджан, к Алиеву, Россия вышла и сказала, что она совершенно не против такого развития событий. Иран сказал, ни в коем случае, типа через мой труп, сказал, что... Иран, во-первых, говорит, прокладывайте дорогу по нашей территории, не по территории Армении, а по нашей, по иранской территории, мы вам это разрешаем, мы хотим просто контролировать, что там по этой дороге будет ездить. И для Ирана соединение фактическое Турции и Азербайджана означало бы появление огромного геостратегического противника, плюс в потенциале к этому союзу могут присоединиться Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Это как тюркские все территории, страны, и у них огромные ресурсы, плюс турецкие финансы и технологии. Это, в общем, могла получиться очень серьезная держава. Для Ирана это очень опасно. Почему? Потому что вся северная часть Ирана называется Южный Азербайджан. И там десятки миллионов проживают азербайджанцев, больше, чем в самом Азербайджане, этнических азербайджанцев. Иран очень боится, что создание вот такого супертурецкого тюркского государства, Великий Туран оно еще иногда называется, проживающие в Азербайджане, в Иране азербайджанцы скажут, что они хотят на выход, и им надоело в Иране, они хотят вернуться на историческую родину, в тюркский мир. И там треть Ирана просто исчезнет таким, то есть не исчезнет, она просто оторвется от него. И для Ирана это, конечно, причем самая лучшая, самая населенная, богатая треть. Для Ирана это, конечно, абсолютно неприемлемо, он не готов идти на такие уступки. Поэтому сказал, что типа только через наш труп, если понадобится, мы будем войну начинать за то, чтобы никакого Зангезурского коридора не появилось. И вообще, на самом деле, Иран хотел бы сделать Азербайджан частью своей территории на основании общей шиитской религии, но пока это невозможно. Азербайджан остается в значительной степени светским государством, хотя, конечно, уже не таким светским, как в советские времена, но все равно он не такой религиозный, как Иран. Ну и, в общем... С точки зрения Ирана, Россия сейчас предложила, во-первых, создать Ирану огромного соперника, очень, так сказать, негативно относящегося к Ирану соперника, а во-вторых, создать условия для расчленения самого Ирана. Представляете себе,
Иранцы думали, что помогают родному диктатору, поставляли ему шахеды, какие-то баллистические ракеты, построили ему завод по производству дронов в Казани, думали, что договорились, а Путин ему раз ножичек в спину, это толк. Но в принципе, конечно, когда говорили иранцам, что вы имеете дело с гопниками, эти гопники, они не идеологические, им как только у них кто-то им даст больше денег или возможность заработать, они вас кинут сразу же. Но иранцы решили, что нет, ну Путин-то вот такой злодей страшный, Америку не любят. И они, я думаю, до сих пор удивляются, что Путин их кинул. А Путин их кинул и всегда будет всех кидать. Никому никогда нельзя иметь дел с Владимиром Путиным, потому что это глупо. Ну и я хочу еще раз напомнить сейчас на, так сказать, да, уже заканчиваем передачу, напомнить вам, что мы сейчас собираем деньги на дроны для 101-й бригады вооруженных сил Украины, которые действуют в районе населенного пункта Нью-Йорк. Если у вас есть возможность, то давайте поможем солдатам, которые там воюют. На этой оптимистической ноте сегодня у меня все. Меня зовут Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут.